проезжали мимо и наконец-то заехали на монумент, посвященный подвигу Колобанова. Здесь установлен танк, но танк не тот, который участвовал в бою, и не той модели, немного другой тяжелый танк. Сейчас этот монумент находится на окраине поселка. Прямо вот практически на дороге стоит. Согласно информации на щитах, которые здесь расположены, бой происходил прямо на этом месте. Соответственно, Зиновий Колобанов и его экипаж подбил 22 немецких танка на своем тяжелом КВ-1. Простреливал, я так понимаю, дорогу. Так, здесь еще табличка. На этом рубеже 19 августа 1941 года 5 советских танков первого батальона под командованием капитана Шпиллера из состава 1-й краснознаменной танковой дивизии уничтожили более 40 танков противника, рвавшихся к Ленинграду. А здесь само фото, это сразу сделали после боя, между прочим, эту фотографию. Сам Зиновий Колобанов прошел всю войну, закончил свою службу в Германии в почтенном возрасте. И в старости, по-моему, глубокой помер. Описание боя. Но сейчас тяжело понять, где эта дорога проходила. Но подбил он головную машину и замыкающую. И потом разбил их на повороте. До чего он сектор стрельбы выбрал на повороте, там танки сбавляли скорость. Ему было удобно по ним вести.